каком году Халид бин Валид, ради Аллаху анху, принял ислам, и что он сказал посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, и какой ответ посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, был ему? Халид бин Валид, ради Аллаху анху, принял ислам в 8 году хиджры. Он был очень умным и мужественным человеком. Он понимал, что он сам находится не на правильном пути, и что ислам – это истинный путь. Однажды ему приснился сон, что он из высохшей земли переходит на зеленый луг. Когда посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, узнал, что Халид, радийаллаху анху, вместе с Амром бин Асом и Усманом бин Тальха пришли из Мекки в Медину для принятия ислама, он очень обрадовался. Увидев Халида, радийаллаху анху, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, улыбнулся. Халид, радийаллаху анху, поприветствовал посланника Аллаха, «Ассаляму алейкум, посланник Аллаха», затем произнес шахаду. Посланник Аллаха ответил на его приветствие и сказал: «Хвала Всевышнему, направившему тебя на истинный путь. Я видел в тебе ум и надеялся, что он приведет тебя к исламу». Халид ответил: «О посланник Аллаха, проси Всевышнего, чтобы он простил мне мое участие в боях против тебя». Посланник Аллаха ответил: «Принятие ислама смывает все, что было до этого».